Уже 9 июня состоится главное молодежное событие округа – форум «Урал. Территория развития». 150 представителей нашей области отправятся на форум с тем, чтобы показать свои наработки и набраться опыта у своих соратников из других регионов. Несколько этапов жесткого отбора выявили лучших из лучших. Это ребята из 22 муниципальных образований Зауралья. Накануне в Главном управлении образования Курганской области состоялась видеоконференция, на которой организаторы форума в последний раз рассказали делегатам о правилах пребывания на форуме. Также прошла подготовка к конкурсам и обсуждение заданий. У нас очень много ребят, они просто так едут на этот форум, они едут с проектами, будут участвовать в конвейере проектов этого мероприятия. Общий фонд грантовой поддержки составляет 8 миллионов рублей, поэтому есть за что бороться. Мы надеемся, что мы удачно выступим. Курганские ребята проявили себя с активной стороны уже на этапе подготовки к форуму, отмечают представители Главного управления образования. В конкурсе на лучший гимн и видеоролики для форума «Утро-2013» зауральцы заняли большинство призовых мест. Многие ребята едут на главное молодежное событие не с пустыми руками. Так Анастасия Стародумова везет с собой разработанный и уже функционирующий в масштабах города проект школы журналистики под названием «24 кадра». Несмотря на то, что этот форум для меня далеко не первый, на мой взгляд, утро для меня сейчас является одним из самых важных этапов в будущем, потому что именно на этот форум я повезу свой проект, который год вот уже реализовывается в городском формате, а я мечтаю вывести его на областной. Поэтому для того, чтобы рассказать о своем проекте, узнать об опыте коллег из других регионов, мне очень хочется именно поучаствовать в этом форуме. Кто-то отправляется на форум, глядя далеко вперед. Станислав Калмыков планирует представить свой инновационный проект только в следующем году. А в этом он будет набираться опыта и проводить работу над ошибками. Я еду на Урал в новаторскую смену. Вот, узнать, что ребята приготовили в плане новинок, в плане чем они занимаются. Вот, а также рассказать о своих каких-то разработках, чем я занимаюсь. Вот, ожидаю, конечно, что будет это все воплощено в полной мере. Что ребята не подкачают, и мы покажем свою Курганскую область, и также, что мы умеем. Делегация курганских активистов вместе с волонтерами готовят две смены на форуме – Урал-патриотический и Урал-политический. Всего на форуме соберется около 2000 участников, а те, кто не смог поехать на него в этом году, смогут принять участие в конкурсном отборе для следующего, ставшего уже традиционным форума. Дарья Федерягина, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру».